Данное видео содержит сложный прикол. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Шрек. Давайте посмотрим на его лицо. Вы тоже это видите? На его лице один зеленый и один белый цвет. Что будет, если смешать белый с зеленым? Правильно. Зеленый. Растения бывают зелеными. Растения растут, и дети тоже растут. Но дети не зеленые. Дети Шрека зеленые. Значит ли это, что дети Шрека не дети, или что обычные дети не дети? А может, Шрек сам растение, у которого дети или псевдодети растения? Сейчас мы узнаем ответ. У детей Шрека есть глаза, уши и рот. У Шрека тоже есть глаза, уши и рот. Вы не замечали, как дети Шрека похожи на Шрека? Вам не кажется, что это совпадение подозрительное? Давайте посмотрим внимательно на Шрека и его детей. Воу-воу-воу. Кажется, я раскрыл тайну Шрека. Если поставить детей Шрека друг на друга, то они будут точно ростом с Хованского. А знаете, на кого похож Хованский? Вы правы. На Фиону, жену Шрека, которая мать детей Шрека. Как все это связано с иллюминатами? Давайте выясним. Шрек – это жених Фионы, которая родила Шрека. У детей Шрека, которые зеленые, как Шрек, у которого дети растения, рожденные Хованским, который похож на жену Шрека. То есть Кека, а не правильно Шрека, потому что у Кека нет Шрека, у которого дети Шрека не зеленые. То есть получается, что они всегда зеленые, как и символ иллюминатов. Шрек в смысле Кека нет, ну короче, подтвержденный иллюминат. Подождите, вы это видели? Знаете, что это может означать?